Делюсь рецептом очень простой, но при этом вкусной домашней выпечки. Творожные палочки с кунжутом, рука так и тянется за ними. Забирайте в копилочку рецептов. Остановиться невозможно. Рецепт творожных палочек с кунжутом очень простой, с ним справится даже неопытная хозяйка. Получается целая гора вкусного творожного печенья. Смотрите пошаговый рецепт и готовьте с удовольствием. Творог 170 грамм. Масло сливочное 170 грамм. Мука пшеничная 300 грамм, плюс мука на подпыл при работе с тестом. Яйцо куриное 3 штуки, 2 яйца в тесто, 1 желток для смазывания перед выпечкой. Сахар 2 столовые ложки. Разрыхлитель 1 чайная ложка. Соль 1 чайная ложка без горки. Кунжут 30 грамм. Молоко 1 столовая ложка для смазывания перед выпечкой. Количество порций 6. Подготовьте ингредиенты. Для улучшения вкуса лучше всего обжарить кунжут на сухой сковороде до легкого и золотистого цвета, но постарайтесь не пережарить, иначе кунжут будет горчить. Соедините все сухие ингредиенты, муку, сахар, соль, разрыхлитель. Соедините яйца, творог, размягченное сливочное масло, хорошо смешайте. Соедините сухие ингредиенты и влажные, замесите тесто, можно это сделать руками, можно с помощью миксера. Припылите рабочую поверхность стола мукой, выложите тесто, разровняйте его в пласт толщиной 0,7, 0,8 см, нарежьте палочки из теста. Выложите творожные палочки на лист для выпечки. Взбейте 1 яичный желток со столовой ложкой молока. Смажьте молочно-желтковой смесью верх творожных палочек. Обсыпьте творожные палочки кунжутом. Можно делать это, присыпав сверху или аккуратно брать каждую палочку и обмакивать в кунжут. Я делала именно так. Выпекайте творожные палочки при температуре 180 градусов 15 минут. Подавать творожные палочки с кунжутом можно сразу, они отлично подходят к чаю или к кофе.